Дорогие друзья, я вам спою еще одну песню, поскольку мое творчество песенное. Сейчас я очень мало пишу, я занимаюсь более важным для себя делом. Вот, оно делится до Бульваровского и после Бульваровского. Вот относительно до Бульваровского я вам спел. Вот, а после Бульварского я спою одну песню, песню, которая уже не нуждается в вашей поддержке, потому что она уже проверена по всем инстанциям. Просто, как вы знаете, для того, чтобы сегодня разогнать песню, нужно найти деньги. И вот как только деньги мне дадут, так сразу эта песня, она еще вам надоест. Поэтому я сегодня вам просто сам ее как могу напою. Я вот сейчас здесь сяду, посижу, ее как-то очень хорошо душевно петь, сидя. Стихи написала Лариса Рубальская. Самолет над тайгою летит. У окошка японец сидит и глядит. И не может понять самурай. Это что за огромный неведомый край? Удивленно таращит японец глаза. Как же так, три часа, все леса, да леса. Белоснежным платком трет с обидой окно. Я смотрю, мне смешно, а ему не смешно. Самурай, самурай, я тебе помогу. Наливай, самурай, будем пить за тайгу, про загадочный край я тебе расскажу. Наливай, самурай, я еще закажу. И пока самолет задевал облака, он сказал, что в Японии нет молока, что в Японии нет ни лугов, ни лесов, и что негде пасти ни овец, ни коров. Я тебя понимаю, мой маленький брат, ведь таежный наш край и красив, и богат. Ты не зря, Панасоник, завидуешь мне. Так налей же еще в голубой вышине. Самурай, самурай, я тебе помогу. Наливай, самурай, будем пить за тайгу, про загадочный край я тебе расскажу. Наливай, самурай, я еще. Загадочный край я тебе расскажу. Наливай, самурай, я еще закажу. Все. Эдуард Ханок. Эдуард Семенович, вам аплодирует Киевский дворец спорта. Эдуард Ханок.